Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои дорогие подписчики и случайно зашедшие на мой канал. Сегодня я хочу показать вам то, что я сделала за последние, буквально там, за неделю, наверное. Вот это украшение и шарфы-колье. Шарфы-колье уже я сделала, наверное, еще до Нового года, но вот хочу показать их. Вот такое украшение. Это вот с такой подвеской из китайского фарфора. Ветка сакуры и птичка там. Сидит птичка, не знаю какая. У меня это украшение было сделано давно, но я его решила переделать. И сделала из него сатуар. Причем так увлеклась, что остановилась, когда уже было 1,45 м длиной. Ну, так как сатуары делаются от 1,20 м до 1,80 м, так что ничего страшного. Длинное украшение, которое можно вот так вот носить в два ряда. Это молочное стекло и фурнитура под серебро. Вот покажу вам поближе. Вот такой шарф-колье. Очень приятный на ощупь. Я не знаю, что это за ткань, но она такая шелковистая, приятная. Я очень люблю такие шарфы, потому что они никуда за счет бусин никуда не сползают, хорошо держатся. Ну и служит еще и украшением. Вот такой сатуар. Яркий. Это тонированный камень. Фурнитура под бронзу. Но вот этот листочек я специально сделала из состаренного золота. Он вроде бы по тону подходит к бронзе, но такой яркий акцент, который привлекает к себе внимание. Длиной 1,30 м. Вот такой аксессуар. Шарф-колье с расцветкой под зебру. Это, наверное, такой, как капрон, что ли. Длиной они все по 1,5 м, но иногда попадаются по чуть-чуть покороче. Но в основном так вот 1,5 м. Вот такой сатуар. Тоже где-то 1,30 м он, наверное, длиной. Вот такое стекло с вкраплениями такого темного золота. А вот эти поменьше бусинки, они, знаете, кракле с такими трещинками внутри. Хорошее очень стекло, качественное. Вот и ласточка вот такая. Причем его можно носить
Итак, и даже носят вот так на плече. Эффектное такое украшение. Яркое. Весна ведь, девочки. Шарф-колье. Вот такой вот весенний. С бабочками, с ромашками. Вот. Внизу сделала... Это ювелирная сетка, наполненная бисером. Я стараюсь сделать по-разному. Одно и то же меня не устраивает. Так что вот такой весенний шарфик. Если вам показалось, что я делаю только сатуары, нет. Просто я делаю по настроению. И когда у меня вот пришла посылка с всякой фурнитурой, ее сразу оказалось много, мне сразу захотелось делать сатуар длинный. Вот, вот это вот из агата. Бусины крупные, тяжелые. Поэтому, чтобы облегчить, ну и сделать более современным, вот, я добавила каучук. Застежка лебедь, которая удобно застегивается, можно легко самой застегнуть и расстегнуть. И серьги такие вот массивные. На мой взгляд, очень достойное украшение. Фурнитура бронза. Еще одно длинное украшение, но это не сатуар. Это просто длинное украшение. Фурнитура такая подсостаренная, золото. Галстучек. Все как сейчас модно. Асимметрия. Много разного, ну, разных элементов. Стиль бохо называется. От слова богема. А теперь сатуар жемчужный. Тоже длиной почти 1,5 метра. Фурнитура под бронзу. Потому что, видите, оттенок такой у жемчуга. Вот я сделала такую фурнитуру. Хотя обычно делают золотую или серебряную. Мне захотелось такую сделать. Бусины довольно крупные. Украшать я его ничем не стала, потому что он и так самодостаточный. Элегантный, стильный. Очень красивый. Ну и на сегодня последний шарф-колье. Это из такой, знаете, серии мятых шарфов. Не знаю, найдется ли любительница такого цвета, но хотя каких я только не делала цветов, находятся любители и таких цветов.
Ну, он так, на самом деле, он более, ну, немножко зелень. Эта камера не передает. На камере он очень мрачный. На самом деле это не так. Вот эти золотые ниточки. На самом деле он веселей. Ну и последний на сегодня сатуар. Длиной он 1,30 м. Тут просто вот огромное количество камней разных. От яшмы и кошачий глаз, и агаты, и тигровый глаз. И вот это вот я даже не знаю, что за камушек, но я так думаю, что агат, наверное, тонированный. И нефрит. В общем, много всяких камней. Камни, стекло попадается. В общем, много-много всякого. Кошачий глаз разных цветов. Вот такой вот с галстучком, с таким. Фурнитура медная. Вот такая вот красота. Ровненько никак. Так, также еще я сделала вот такой браслетик. Иногда хочется что-то простенькое сделать. Просто на резиночке с рыбкой. Тоже из кошачьего глаза. И сделала еще вот такие вот серьги. Ой. Ой-ой-ой. Я очень люблю серьги, которые вот так вот, ну, живые такие. Ну, на сегодня это все, мои дорогие. Следите за выпусками видео. Я работаю постоянно. Каждый день. И бывает так, что просто с утра и до вечера. Подписывайтесь, смотрите. Я работаю еще и с цементом, так что сейчас потеплеет на улице. И цемент будет, и просто декорирую все подряд, что можно. Так что увидимся. Будем творить вместе. Ну и пока-пока.